Он обрыгивает. Аспер Стэшков. Короче, не знаю, мне понравилось вчера, короче, рейд. Просто пошли, люди там что-то начинают рассказывать, тактику, там мастер что-то говорит. В итоге тактика оказалась очень простая, бить босса, просто по команде стопать ДПС и все. И мы убили сразу с первого трая. Со второго. Шейпер, ты лагаешь, пиздец. Шейпер, лучше не говорить. Бизбой, пиздец, блядь. А вы с какой стороны? С этого, что ли, пошли? Не пойму. Вообще, на... С какой-то спины мы пошли с волнотупа. Волноступа? Там трэша нет, да, что ли? Я не знаю, где-то есть. Ну, там... Не помню. Да, поворачивай до слепца тем налево, а то направо уходишь. Шейпер, ты обрыгался. Это придется перебегать нахуй. А мы сегодня в око потом пойдем или нет? Ну как быстро убьем, так и пойдем. Давайте что, к 4 утра потраем. Давай траить 25 часов в сутки. Да. Потому что я не хочу спасти. Не хотим все. Сейчас будем убивать. Убьем, а потом еще раз убьем. Потом все РБК пройдем, а потом еще целка 10 оп закроем, а потом еще кару гер пойдем. И раз 10 хм. И раз 10 хм убьем. Давайте колоссуман плюс чат. Всем привет. Здорово. Здорово. Да, всем привет. Привет. Привет, Галя. Привет, моя малышка. Привет, привет. Одинокие сердца найдут свою любовь. Давай еще суммон плюс чат. Ты еще в Дисе? Он вижу. Как? Так у нас один этот. С хантом идем. Дима с хантом идет. С одним хулипалом. Дают там нахуй за колонну хулипалого хилит, вжалают. Все. Бабу первую сносим под Герой. У нас не шотает нихуя. Куда вы пошли? А может... Шейпер, не разговаривай. Короче, клыкач маленький не сумонится почему-то. Можно идти бить трэш. На ФК. Да, бить-то подойди. Кого-то еще нету. Проверим. Дима, давай заходи. А что царь? Сколько час, Монти? Будет, нет? Не знаю. Холс тут нет. Так. Блять, самодеятельность нахуй. Сейчас буду наказывать. Сомалийский пока в танках. Все равно будешь в танке. Вешаешь на всех прото. Прот? Да, Маликет, Холс, МП5. Шреддер, Гарема, кулаки. Я касочки раздам. Разбафали на ходу, погнали бить трэш. Забываем бои воронки друг друга.
их сразу выкупают. На открытие шмот. За сколько продают? Пол цены аук. Шоком-то, да хуйня это все. Ну чё там у него 2-5-9. Полная хуйня. Ко? Да мне маргинал пишет. Пока не обращай внимания. На скок. Ну там же вроде от шока перехуяли. Мне не отшибает память. Не маргинал не пишет. Да, он говорит. Так бы он тебя уже говняком назвал. Ну это кто? Не, теперь воронки будут подаваться по 3 штуки. Будет 3 штуки в воронок, соответственно, будет продаваться. Или это как, если кто-то купил, не хватает там одной штуки или двух штук, соответственно, чтобы открывали сразу. Давайте не АФКшим, быстрее трэш убили, быстрее убили в этого каратреса, убили Вайша. Пошли в око. Болезни, рынжу набрали быстро, милишники отошли. Дай прожимку. РДД хилы, рынжу набрали. Блять, давайте еще 250 заагрим их нахуй. Так они ж туда в комнату побежали, ты сказал раньше. Гениально. Молодцы, чё, ничего не сказать. Череп убили. Не достаю. Слишком далеко. Ну это под прожимкой. Или нет? Ну. От шока, я ж тебе говорю. Смотрим. Лужа появилась, шли с лужи. Нету. Че он? Это тоже с болезнями, да? Да, да. Ринджу набрали. Там морф пишет. Пока нет, есть только на замену. Шейпер, ты лагаешь или чё?
Да, пощекать будет. Да Морфис-то здесь, такой мастера ждем или чё? Берем Морфиса и погнали, так? Да, 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 погнали. А потом кто-то слабенький уйдет, вот там классная просилась, у нее пинг. Или кого-то еще можно из миликов слабых. Ну, посмотрим. Те, кто рейди, сразу говорю, служи вышли, не обижайтесь, то, что вас меняют. Вас меняют на тех боссов, которых вы не подходите. Соответственно, на тех, которых мы можем с вами закрыть, мы вас берем. Приоденете, соответственно, будете постоянно. Подвеску на базу сразу же. А вот такие вот подвески тоже можно, получается, покупать, да? Да. Сука. Что брыгать? Шейпер, ты пиздец, реально, блядь. На него, походу, пизда лагает. Мы ржем. Шейпер, напиши, пожалуйста, в чат. Хотя бы в дисе. Он что-то там писал, тактики или что? Да, Шейпер, простая тактика, просто бей босса и все. Там надо пойти похилить танка, смолиски, он умрет сейчас. Зайдите за угол, он там танчит. И мобы идут еще осторожно. Подошли. Убиваем волномута быстрее. А че лопососки не будет, в чем говорю? Это может работать. Он вчера говорил, что может быть сегодня не будет. Ну так как его нету, соответственно его нет. Я понял. Может позже зайдет. Не факт. Бухает, причем. Все без меня. Блин, я бы чего так не бросила. А кто в Глиндерс уходил? Ну я же не тебя бросила. Ты Вайда бросил. Да, я хотела, чтобы будет короче, побежал за меня. Типа. Бухать? Ты прям сейчас хоть? Можем прям сейчас пойти. Ты Саня, да? Он же ж потом 3 или 4 дня болеет. Что ты хотела, говоришь? Хотела, чтобы ты за меня попереживал. Блин, мы что я наделал? Он так переживал. Правда будет? Я так-то за всех переживаю. Переживал, наверное, сказал, о, больше никто не орёт здесь. Как же хорошо стало. Вот шампанское. Медвей, тебе мой купол от алкоголика понадобится на этом боте? Не знаю. Скорее всего, нет. Просто сейчас у меня нет. Блять, у меня второй спектр паука. Если да, да, пост, да. Либо он холи танк, предупреждать сразу, блять, пойду и я сейчас платит, а ничего. Пока что в лаве, он холик это не надо. Холик нужен будет на робота. Ну, мы гроб поломали, но, блять. А, интересно, кто у него взрыв-труп. Блять, ты думаешь, я не играла? Типа, блять, у меня. Что такое было? Поломали агро? Вот давай, погнали. Срезали урон от взрыва очень намного раньше. Он а может сделали примерно встречи. Как должно быть? Ну да, сделали как должно быть. Типа, это не как, это не агробот, который был раньше просто. Он работает как надо. Мосса нет. А, не, никто не будет. Ой, вы бы знали, что было бы, если бы я был разработчиком Сируса. Тут у варов было бы, блин, 3 незыблемости по 30 ладно, секунд. Ладно, давай, без этого. 5 метров в час? Да, нахуй.
Одного забанили. Давай КД 30 минут. Ринжу набрали, лужу под себя льем, паразитов убиваем. Все, разбанивают. Милишники отошли. Лужа пройдет, РДД тоже отошли, кто лужей зацеплен. Лужа. Демолта небольшого. Давай, начинай следующее видео. Посмотрим, что будет. Давайте сначала поставить. А, можно законный вопрос у всех? Пинг 300? Да. Нет. 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 Ну это как обычно. Если ты будешь сильно лагать, это как... Перезайди или сверни, а потом заделаю. Полдня. Нет, так, да не лагает, у сервера задержка большая. Да это пройдет, сейчас бить начнем босса. Это как вчера, короче, на стрельце два дискона было. Ничего страшного. Готовимся. Служи вышли, быстро, 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 все служи. Не умираем, лишней смерти не надо. Виби, нет. Так, а что это за хаппист? Следующего тяни. Так, где, блядь? Последний? Еще один есть. Болезни? Нет. Просто он целуется. Так. Слева мобов загрели, другие танки схватили, по магу играем. Болезни, ренджу набрали. Ренджу набрали. Один танк держит этих магов, блядь. Колососа добили, по магу потом сыграем. Вторых мобов загрели, вы чё, смешные? Вы, блядь, ренджу не можете набрать или чё? Один танк собрался, этот, в рейде наверху бегают этот, мобы. Уже внизу держатся малиски. Еще мобы есть. Венар пусть. Убили собираем. Колососа, быстро. По черепу играем. Вот так шла позвонить, вот тут уже вайп. Готовимся служу выбегать. Служу вышли, ренджу еще набрали. Спала болезнь? Да. Играем по магам. Сели по магам играем. Быстрее. Волномутов доливаем. Вы тут, наверное, меня матом кроете за то, что спулил. Сорян. Я, блядь, убегал от одной лужи, попал к другим. Сорянушки. Аккуратно следите за этим. Ну я держал их сколько мог. Чё с Мишей про? Зайдет или нет? Хуй знает, ничего не писал. Может, интернет отпал. А, вот, пишет, захожу. Порезали пока что. Там еще моб какой-то. Он бегает. Ну там вон еще, блин, дохуя его.
Справа, слева трэш. Весните людей, чтобы быстрее было. По магу играем. Череп поставил. То есть тебя с ним набрало? Ты mm-hmm. новый этот бегал? Я у Морфиса спрашиваю. А волномуту играем? На мопед смотри, так аккуратно не сдох. Одна подвеска. Слева трэш. Да нам прям сегодня прёт. Помогу. А можно яд здесь пролить? Что он бьет? Можно, можно ногу здесь пролить. Больше нет. Будет, когда на тебе яд, ДПС в два раза возрастает. Ага. Ага. Подвеску закинешь, ГБ. Всем здорово. Здорово. Привет. 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 Ну вот там классная просилась на замену. Да, меня можно. Тебя можно? Слушай, да куда приехать? Так, давай тогда классно топишься. Ай-яй-яй, там на девочку не говорите ничего. Че, вы уже блоки, да? Она под защитой Войда. Войд каблук, еще раз говорю, да? Кто-то сморкается? Говорит, а куда приезжать? Слушай, ну надо какой-нибудь это... Да ладно, не буду при ней говорить, что я буду с ней делать, если приеду. Ай-яй-яй. Вы поняли? Я твой Т5 заберу. Ну да, я это имел в виду. Вот такого, да? Я тебе Т5 заду... К-
Как ты там это любишь микстурку выражаться? Как кабачок, что-то покажу. Чулан пришел. О, Челонидзе. Ну давай еще кого-то на замену. Ребят, я сразу хочу вас предупредить. Вот кто думает пойти поиграть в игру Lost Ark, даже не думайте. Хорошо. Полная параша. Ты как пропадал последние недели? Такс. Бля. Вчера только пропадал. Нужно больше ярости. Ну и кого ты хочешь на замену посетить? Да, кого покруг? Надо подумать. Пускай. Морфис КД было или нет? Ну, честно говоря, думаю про того лока. Знаешь почему? Есть несколько причин. Ну, не сказать, что он прям супер много дамажит, но он как бы тоже новенький. И, ну, это все, конечно, он увидит, там эти боссы поубивает с нами, но просто он по ПРу не заберет. Ты про Кназима? Да. Так он, блядь, до нас убивал, ну, все нормально. Ну, тем более, как бы, просто видит боссов. Я про ПР говорю, что у наших-то набито все. Он сейчас за замену все равно ИП получит. Мне все равно, мне нужен будет на Вайше этот РДД больше. У нас милишников дохуя. Ну вот, потом на Вайше и какой-то рога спать пойдет, просто вот и все. Морфис, у тебя КД есть? Вон, Котлас может на замену. Котлас? Хорошо, давай Котлас. По-моему. Котласа, и все, и пусть Лок тогда сидит. Так. Сумон даем. Лопасос зашел? Уже на боссе стоит или нет? А, Каматрайф. Лопасос зашел или нет? А, зашел. Купи на ауке, пожалуйста, ДД флацки для миликов. Я тебе бабки отдам. Подставьте новый шкаф, чем тебе шкаф. Угу. Мы его ж били под ДД флацками, я правильно помню? Нет, под сапротами вроде. Да, под ДД вроде. Да, под сапротами. Все равно ДД флацки какой-то. Нет, Сань, ты еще тут? Вайша вы били под сапротами или под ДД фласками? Тем под сапротами, а Вайша? Ну, Вайша били. Летом. Давайте, Сум. Слышь, Войк? Кого Сума плюс чат? Ты не умеешь бегать по лезвию Хвораскина? Кто это тебе сказал? Ну, пососы поговорят о Монте, он сейчас копит фласки и этот, как его, засумоним туда. Напишешь плюс чат. Кто говорит? Какой-то чувак с Pinky Blinders говорит, что я научить тебя бегать по лезвию. Ну, словил лезвие, ничего страшного, бывает. Я-то из-за этого не раскроился, они расстроились. Вот, я даже видос этот залил. Говорит, что он оставил этот сообщение в Дискорде, а ты удалил. Да, удалил. Этот, как его? Дальше, соответственно, кто, если не знает, мы бьем, соответственно, по тактике. Звезда, ромбик, крест, квадрат. Соответственно, разводим их по углам. На звезде мы даем геру, соответственно, заливаем звезду. Так, мне нужен шестой будет хил. Блять. Хосли, подойди сюда, встань тут. Кого не шестого хила? Вот где я прыгаю. Вешай на меня частицу, проверяем хил там. Достаешь, нет? Так, ладно, я похилю, блядь, похуй. Она хилит. А чё там, укус лежит и пал? Если достаешь, еще так дальше. Так и чё, блядь, 6 хилов. Войт, не забывай. Чё, протика, да? Да, протика давай. Там будешь стоять, понял? Соответственно, Смолейский, ты держишь как обычно, ты держишь ромбик. Дима, ты держишь как обычно крест. Соответственно, Винар квадрат. Мастер звезду. А, блять, зелье свободы действия есть у нас, отлично. Выдал. Дальше, соответственно, по тактике. Убиваем звезду. Звезда морозит, бьет ауешками, соответственно, подхиливает. Каст хила надо затыкать. Далее, убили звезду. Боссу близко к основному не подходим. На звезду будете бить от ДД хилы в рендже. Соответственно, за столб. Вон, если как видите, звезда, он стоит вот там, вот за столб, нет, заходить. Дальше. Соответственно, Алиса знает, что делать. При перебежке, ребята,
как вот танк сомалийский прожмет прожимку, вы добегаете до шамана. Шаман вызывает тотемы. Самое опасное — это огненный тотем. То есть мы в тотемы не льем, мы просто бьем шамана. Дальше шамана убиваем. Идем на этого, как его? На охотника. То есть, соответственно, охотника убиваем. Охотник кидает укус пиявки и копье, которое может шотнуть. Соответственно, два танка у нас есть. Знаете, что делать. Соответственно, дадите бомжей, когда на клыкач, по возможности ловушки змей. Далее. Когда убьем крест, босс будет стоять вот здесь, вот Делоковский портал. Где сейчас я сам прыгаю. Чинку на себя сейчас поставлю. Соответственно, здесь будет стоять Локовский портал. Здесь будет стоять босс. Соответственно, когда мы убьем всех этих трех хуев, у босса появятся три новые способности. Соответственно, убили жрица, босс будет замораживать около себя. Убьем шамана, он будет призывать тотем. Дальше убиваем ханта, у него будет типа иступление. Далее, босс на протяжении всего боя кастует вспышка «Жгучая огненная звезда» или как-то так. Короче, надо будет отбегать. Соответственно, следим за командами, отбегаем. Турбо, ты-то где? Угу, вижу. Рыбу жрём. Сейчас. По тактике, соответственно, это все. Если вы правильно будете отбегать, все будет заебись. Так, по хилам. Да, под сапротами. Сапроты сейчас выйдут. Маликет, ты хилишь как обычно микстурку, хостля. Шап-пистол, бычья голова, мосса. Вы хилите рейд. Соответственно, хостли, следи за мастером. Мастер в приоритете. И вина тоже не забывай подхиливать. Я буду следить за сомалийским. Сейчас пикну с хила, блядь. Ты хилить хочешь, да? 6 хилов надо. Ну просто в 3 паладина, блин, то ни одного. Сомалийский красавчик, и холика, и танком делал себе. Так, по тактике я объяснил, соответственно, печеньки даем этот, как его, обмен. Дам этот сопрот. Для милишников дам еще зелье свободы действия. Зелье свободы действия не давай, у меня осталось с прошлых траев. Отлично. Спасибо. Желательно вам его прожать перед пулом. Потом еще прожмете, чтобы быстрее добить. У тебя есть свобода действия, нету? Нема. Да. Для хаспотов у меня не хватает пока слотов. Давай я раздам. Раздай. С пистолой ты говорил, да? Угу. Помощника дал. Ставь на себе метку. Так. Супрот держи. СС на мосс он нет. Не подали. Нет, суманите, что она или нет. Лопасос там готов, нет? Черепу подходите, получайте там этот, как его, припот. Блять, все припоты на ману ушли куда-то нахуй, пиздос. Спасибо, Турвич. Шейпер не пьет армор, он не знает, что это такое. Давайте, кто не получил сопрот, получаем у печеньки быстрее только. По всем кулак должен быть. Так же, как и МП5. Маликет, вы там с микстуркой найдите свою точку. Че, где царь, блядь? Он в дискорде сидит, сука.
У, заебись. А какого хуя агро сидит не с нами в рейде, нахуй, а с этими, блядь? Impossible, man. Так кто спас еще, что ли, раздает? Сапроты выдает печеньку. Дикую. А мне за что, блядь, эти фласки, ебаные? Понял. Чё кто? Сколько в этот лопасос я должен? Подожди, сколько ты лопасос купил? У меня еще какие-то были, блядь. Давайте. Ага. 10 штук еще. Ну. Все, все сапроты получили. Вижу. Так. Сколько еще он еще должен? 20к, да? 5200. Обмен кинь мне. Рыбу кушаем. Тебе сапрот нужен или нет? Так. Стоит. 200. Так, ладно. Проты пропили, по тактике я вам объяснил. Чек на готовность. Стали по местам. Так, еще раз чек на готовность. Фласки пропиваем. Все готовы? Так, где там словечки? Все готовы, отчет на пол. Дали поставить, на пол на мастера дали. Геро, на пол на мастера. Мастер, дай прожимку сразу. Банки не пьет. Для чего я вам давал зелье свободы действия? Моса, поднимаешь шарпистула. Сразу же прохил его. Винар прохильте. Виби, стоп, не дома. Полси по сальву по Виби, дайте. Все, бей. Винар прохил. Нихуя не помогает зелье. А, я не прохил. Быстрее захильтесь, хилы. Убили. Убили, перебежали на ромб. Прожимку давай, сомалийский.
Вы быстро-то так перебегаете, блядь. Кто вас хилить-то будет, ёбана в рот? Побежали, блядь. Тотемы бить. Тотемы не надо бить. Не надо. Прожим как хотел. Прохил, стул дай гимномана. Инер по меликету. Скажите, когда вам прожимку дать? Прожимку давай, Дима, мастер, давай тоже. Холси, пошел рейд хилить, на мастере, мастера я тебя подержу. Стала прожим? Да. Мастер, держи. Блять, мастер, лёг. Лейса забери. Сомалийский тотем достает. Маленький этот тотем достает. Маленький тотем. Ай, блять, меня лёг. Лопасос, Берни, Мидве. А, не-не-не-не, дай по мастеру лучше. Да, с меня уже толку ноль. Думаешь? Ну тогда да. Берни. ДД, Берти лучше. Чулана, чулана прохил. Вас по тайме бьют. Да там, блядь, кто подошел близко. Прохил рейда. Виби умер. Да я вижу, дохуя уже набегло. Че, может, упасть? А бомжей давали? Легли. Давал. Че-то трезубец начал. Я начала кастовать, меня на половине каста откинула и каст прикрывался. Легли, легли. Диван на кого-нибудь киньте. Босс говорит мразь, а пишется крыса. Да, нормально, что вы видите. Подумай. Да, чё ты меня он сильнее начал шутить, блядь. Да я, блядь, отошел. Надо было подойти, похуй, но это там. Да я заморозки был, блядь, прожимки я дал. Да мне одного хватит на бюкет. Хили Димку, главное, не уронил. Если нужна будет помощь, этот какого, подмогнешь. Ну хотя да, давай так. Смотрим. Ты видел? Командиры хреновы. Вы в 4 рыла говорите 4 разные ники, которые надо бэрить. Вы, блять, определитесь, уродцы мелкие. Ну чё ты не можешь всех 4-х? Подними, мастер. А, нет, меня. А, нет. Блять. Про Виби я не говорил. Бегаю как вокруг колонки, как дебил, ни ДПС, нихуя, Старфол откатил, 3 не прокнули, стою как дурак, рядом с Маликетом, чё мне делать? Чё ты стоишь как дурак, надо было резать нахуй. Всех надо было траву собирать, блядь. Траву, пошёл, собрал траву. Как дурак и стой. Добоерить такой, о, тирашишка, да, такой сразу. Миша против.
Живс есть? Живс? Живс. Скажите, а две свободы действий можно выпить или нет? Можно, до боя одну юзаешь, потом во время боя. Как этот приход? Живс стоит. Так, я БЕшку-то в последнюю ячейку скину, вот эту шею. Угу. А, эта шея дорогая, блядь. Если не лично. Еще раз чек на готовность. Они бафы проверили все свои. 10-11 косарей стоит, насколько я помню. Вчера, примерно. Нет. Все готовы? Отчет на пол. Ты сильно босса пусть поставали. Мастер Эл, если я тебя в колодец поставлю, ты будешь на него тыкать? Возможно. Геру. Да, упражнил. Не вижу колодца. Сейчас тебе не надо, когда ты умер. Блять, вифиться по мне. Виби стопами. Дико расползаю, задену. Морфиса прохил. Прохил рейда быстро. Убили, нет? Нет. Триста как является. Аккуратно. Что заберу? Малийский прожимку. Ебаная заморозка. Есть прыжим. Дал прыжим. Бежали аккуратно. Дима, дай бомжей. Бомжи КД, Тём. Мне тоже. Клыкач, подходи в милизону, давай ловушку. Микстурку прохиливай, Малькет. Мы с холсом справимся. Ману ему залейте. Мост залей ману, если есть. Виби умер. Ну что там ебать? Зарезуйте. Ну посос Берни, Виби.
Мобжат на тряпок. У кого мало брони, на тряпок постоянно щиты по КД кидайте. Есть прожим. Давай. Малекету иннер, он по мане сел. Гимна, мана, шарпистол. Бычья голова. Осторожно, там ТТМ хуя. Да я вижу. Добили. Мастер, говоришь... Василь, дай, пожалуйста, гимна, ману. Близко не подходим. Босса не забирай. Отошли милишники. Звезда сейчас будет. Бежали. Бежали, бьем. Добавим от звезды убегать. Я не могу на кого здесь нажать. Звезда. Четыре минуты депрессии. Больше ДПС уносим. Есть прожим. Рано. Давай. Пиздец. Пошла. Мосса был есть? Есть. У кого больше ДПС? У Морфиса или Миша? У Молока. Морфис. Морфис. Морфиса был. Быстро подняли по ХП. Щитуйте Белизону. Отбегайте. Херовые тайминги. Угу. Он замораживает просто. Этот звездой. Иннер хосты. Костели есть гимн? На ман. На ман КД. Или что? Включи голову. КП. Убежали. Все успевается. Можно Геру дать, если есть второй раз. Гера, если не КД, давай Геру. КД я давал уже второй раз. Убегай. Есть прожим. Бать, она быстро откатывается. С символом. Лишний флот уберите, пожалуйста. Давай, точно. Давай, 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 давай. Инры есть, нет? Нету. Турбомана. Ну, блять, ну, ебать вы вас добьют, в рот, блять. Да так добьют. Я остался. В
ты не бах на говно. О, микстурки ноги упали, да? Или у него есть? Может быть. Нихуя себе такой грудак кожаный. Кожаный грудак. Кого нету этого, и ПГП лутмастера, плюсы в чат. Смотрите, что это вам шутка нужна. Тело этот кожаный. На дизель, чё-нибудь. По приору вам не говорили, только один анрол есть, на микстурку, все. Так, паладин, разбойник, шуман. Я бы на ПВП бы взял грудак, может быть. Не знаю, сам назначу. 10%. Если хочешь на ПВП. Сомалийский забирает. А сколько это 10%? Сомалийский. Попроси сомалийского, если уступит, тогда отдаст. Ребят, у тебя ног нету, Дима? Микстурка ролит. Его забирай. Да, он и так приварил. Выше всех. Так. Так. Давай за 10%. Хуй знает, сколько это. Похуй, давай. Спроси у сомалийского Малики, уступит ли он тебе ноги, либо нет. Все, вопросов больше нет. Спасибушки. Так, это Лерей, ты же был, да? Да. Так, пошли, давай еще. Надо, могу ноги отдать. Мне без разницы. В бычьей голове, да. У него с собой все готово. Собирай, блядь, этот себе штаны. Чтобы у тебя было 2Т5. АДК в 2Т5 говно. Танки уже. Ну я тоже тебя не вижу. Посмотрим. Давай лучше кило отдам, это будет профитней. Если что, у бычьих голов сейчас все с собой есть. И три воронки, и сакеты туда. Он прям сейчас распечатает и оденет. Если что, да не, если что. Если бы некоторые люди не ныли, блядь, было бы все нормально. А так, нахуй, так и играйте, блядь. Хотите, чтобы вам кто-то уступил? Спрашивайте, чтобы уступили. Да, наступит еще время подамажить. Какой-то хил просто найдется. Или кто-то вкачает винка. Я отдаю хил, если согласны, то, пожалуйста. Там царь в сеть зашел, если что. Всем здрасте. Здорово. Здорово. Здравствуй. А там фул у вас, да? Да. Угу. Пока что там. ВК счет писал? Я сейчас зайду, вылетел. Да ладно, пускай пацаны оденутся, чё. Сними сомалийского ГП, пожалуйста, и добавь маликету за Т5, что ли. У него две части, сейчас а сниму. Я пока второй заработаю, год пройдет. Я подожду, пока вы все оденетесь в Т5, потом буду ролить, когда никому не надо будет. А сейчас все оденутся в Т5, потом на ВОВ начнут ролить. Что ты, Войт, не знаешь людей, что ли? Ну пускай три спека одевают, потом я буду одеваться. Побегу. Там придут новые люди, нахуй, старые ливнут, блядь. Ну. Кто ливнет, я к тому приеду и покажу багажник изнутри. Так что все по IP вычислить. Посмотрите теперь на пушку Шредера, блядь. Че там на пушке Шредера? Неужели мангуст? Да он как угорает. Да? Он просто угорает. Бля. Че вы приебались к пацану? Чувак играет ради своего удовольствия. А не учар.
Бычья голова, обмен давай. Варшок, я горжусь тобой. Кстати, ну это был изи байт на монгол. Намного лучше рыцаря. Микстурки. Теперь надо как-то байтить на берсу, возможно, ему ума хватит. Так у меня сокетов нету, это шарпистун обманул. А. Я только воронки с собой. Бессовестно. Да, у тебя один же жребий есть. Еще раз заберу штаны. А плечи с робом... Да, так ты ему отдал или нет? Угу. Да, все, у меня. Ты там смотри по капам лучше, микстур. Штаны тебе нужны или нет? Лучше ему от плечи забрать. Не, не, да, не, же говорил, по капам штаны, плечашки как раз. И голова с целка 25 гир со второго босса. Меткость. Угу. А чё 2000 гп, я не по? Следующий раз, чё ты снял? Нет, в следующий раз, если не знает, то, блядь, лучше пусть молчит. Так. Про воронки хорошо. Точно сказал. Бьём, поехали. А без сакетов нормально будет, ёбаный урод. Да у него есть брюль в штанах. Аккуратно. Окей. По одному агрю. Они же клевают или нет? Они клевают, перебрали. Ой, а чё я в танке? Чё, сколько тут танков надо? Так, тут скаты вылазят. Два убивали на... Тут мирики вылазят. Два танка должно хватить. Два. Достаточно. Танки, по идее, только миликов в танке не переходят. Ну, таких вот, как эти стоят. Давай, давай. Смотри, так как у Сомалийского второй спек хила, маликетов ДД тогда, и вот 5 хилов будет. И ДПС хватит, возможно. Хватит. Тут бой длится более 10 минут. Если топить не будете... Вока будешь тестить Т5. Блядь, еще ноги, ты там слышишь, как его? Посмотри, маликет со стаками, если хочешь потестить, я могу холст спектр открыть. Как его, блядь? Посмотрите, стаки слетают, то ли лайт или нет.